арбитры занимают свое положение. Итак, игра начинается с подачи Бауманской. На подачу выходит Иван Клепцов. Вперед 1-0. Чувствуется в воздухе напряжение. Подает Иван Клепцов. Атакует в истоке пятый номер. Баунс предоставляет блок. Атаки у Бауманской не получаются. Очередная атака. Бауманская справляется с мячом, но мяч улетает неудобно. Не вытягивает Бауманской этот мяч. 1-1. Упорная борьба. Я не сомневаюсь, что это продолжится на протяжении всей игры. На подаче первый номер Виктории. Бауманская остается без атаки. Атакует пятый номер. Работает блок Бауманской, но от блока отскок в аут. 2-1, Виктория впереди. Продолжает подавать первый номер Виктория. Попадает в край поля Бауманской. 3-1. Виктория наращивает преимущество в первой партии. Продолжает подавать первый номер Виктория. У Бауманской плохой прием. Уже какая подача. Не могут нормально принять мяч. Пишем это на волнение. Перемещаемся тут в прямом эфире. Заминка. Администрация Бауманской не разрешает снимать с руки. Поэтому приношу свои извинения. С вами, значит, счет у нас сейчас 7-2 в пользу Виктории. Виктория уверенно лидирует в первой партии и продолжает бомбить Бауманскую. Счет 9-2. Бауманская полностью растерялась, никак не может прийти в себя. Блок от Бауманской. Даниэл Уау выставляет блок, но мяч падает
на половине поля Бауманской. 10-2. Виктория продолжает уверенно лидировать в первой партии. Илья Назаров пробивает защиту Виктории. 3-10. На подачу выходит Тимофей Таганов. Эйс от Тимофея Таганова. Силовая подача в угол площадки. Счет становится 4-10. В этот раз подача в аут. 11-4. Виктория впереди. На подаче третий номер Виктория. Атакует Илья Назаров. Атакует по баллистической траектории. Мяч уходит в аут. 12-4. Атакует Кирилл Багарьян. Нервничает. Много претензий к связующему Тимофею Таганову. Неудобно подает он передачи. Поэтому атаки у наших атакующих не получаются. Выставляется двойной блок. Но Виктория пробивает блок Бауманской. 14-4. Разгромный счет. Надеемся, Бауманская соберется. Кирилл Бойнов не добивает до сетки. 15-5. Тайм-аут. Атака в сетку от 18 номера Виктории. 5-15. Подача переходит к Бауманской. На подачу выходит Назаров Илья. Виктория мяч уходит в аут. 6-15. Продолжает подавать Илья Назаров. Атака Ильи Назарова в аут. 16-6. Игроки Бауманской слегка деморализованы, но продолжают игру. Надо собраться и продолжать, конечно. Подача в сетку. 7-16. На подачу выходит Даниэль Лао.
Отдача в аут. 17-7. Даниэла Оао меняют на Шейна Матвея. Арбитр делает замечание меняющимся игрокам. Не выполняют правильно ритуал. Итак, подает Виктория. На подаче 11 номер Виктории. Кирилл Багарьян пробивает блок Виктории. Мяч опускается между сеткой и блокирующими. 8-17. И Кирилл выходит на подачу. Подача в аут. 18-8. Бауманска удерживает преимущество в первой партии. Виктория удерживает преимущество в первой партии. Нервничаю, заговариваюсь. Ничего. Работает блок Бауманской. Тимофей Таганов, Кирилл Байнов двойным блоком отражают атаку Виктории. 9-18. Подача переходит в Бауманской. На подачу выходит Иван Клевцов. Как-то неаккуратно действует в этой ситуации. Не перебивает простой мяч через сетку. Счет 19-9. Подает Виктория. Не справляется с приемом мяча Иван Клевцов. Счет становится 29 в пользу Виктории. Давно так никто не громил Бауманскую. Шейн Матвей еле дотягивается до мяча. От его рук мяч уходит в аут. Матвея тут же меняют на Даниэла Оао. Счет 21-9. Атакует Илья Назаров. Все претензии к связующему игроку. Как будто один Тимофей Таганов на поле косячит. Нельзя так, конечно, нервничать и выводить из строя друг друга. 22-9. Высоченный пятый номер по блоку. Блок смягчает удар, но нет страховки блока. Мяч падает за блоком. 23-9. Виктория 1, близка к завершению первой партии. Кирилл Багарьян бьет сильно, но не точно. 24-9. Контрольный мяч. Подача в сетку. 10-24. На подачу выходит Кирилл Байнов. Бауманская выходит из 10, 11-24. Ну что ж, у Бауманской есть шанс догнать первую партию Викторию. На самом деле это шутка. Продолжает подавать Кирилл Байнов. Thank you.
Илья Назаров атакует мимо площадки. На этом первая партия заканчивается. Баунская в расстроенных чувствах перемещается на другую половину поля. Сдаваться нельзя. Борьба — это все, что сейчас важно. Итак, перерыв. Итак, команда готова к продолжению игры. Начинается вторая партия. Меня прогнали, я не подневольный. Я такой же родитель, как... Бауманская атакует в аут. Виктория во второй партии выходит вперед 1-0. Подает первый номер Виктория. Атакует Илья Назаров в сетку. Ноль, Виктория подает на подачу первый номер. Атакует пятый номер Виктории мимо блока. Все у него получается. 3-0. Виктория уверенно начинает третью партию. Атакует Кирилл Багарьян в аут. Ничего сегодня у Бауманской не получается. Ребята заранее уже расстроились и проиграли эту игру. 4-0. Игра продолжается. Но настроя у Бауманской на игру уже нет никакого. 5-0. Вместо Ивана Клевцова на поле выходит Роберт Манукян. Продолжает подавать Виктория на подаче первый номер. Атакует 17 номер и пробивает защиту Бауманской. 6-0. Подача в сетку. Устал подавать первый номер. Подарил первое очко Бауманской. 1-6. Подача переходит к Бауманской. На подачу выходит Кирилл Байнов. Подача в сетку. 7-1. Виктория впереди. Тайм-аут. Продолжается вторая партия. Напоминаю, встречается Бауманская, Виктория 1. И Бауманская смотрится очень бледно на фоне Виктории. Практически ничего не может противопоставить. Атакует Илья Назаров, выставляется блок. Ничего не получается сегодня у Бауманской. 8-1. Виктория продолжает подавать. Yeah.
наконец-то через блок зарабатывает очко. Атака по блоку. Мяч высоко подлетает и приземляется за пределами площадки. 2-8. На подачу выходит Тимофей Таганов. Подача в аут. 9-2. Бауманска здесь не проходят скидки, которыми они обычно забивают много мячей. Все скидки Бауманска Виктория поднимает. Очередная атака Виктории приносит ей успех. 10-2. Где же раньше были такие команды? Почему Бауманска все время играла с соперником, у которых выигрывала. Атакует Войнов Кирилл. Ваут. 11-2. Виктория впереди. Арбитр отдает это очко Виктории. Что там было, не совсем я понял. 12-2. Все атаки Виктория принимают, атаки Бауманской. Двойное касание. 13-2. Илья Назаров наконец-то своей атакой пробивает защиту Виктории. Забивает третий мяч. 3-13. Как и в первой партии, счет через десяток. 3-3. Поле было, что? Да поле было, откровенно. Все успокоились, тренер Виктории успокоил всех, поставил все по своим местам. 14-3. Даниэл Уау не справляется с приемом мяча. Ну да, уже какая разница, с каким счетом проигрывать. Счет становится 4-15. Даниэл выходит на подачу. Подача в сетку. Бауманска помогает выигрывать Виктории. Даниэла меняет на Кашина Александра. 16-4. Виктория уверенно лидирует во второй партии.
17 номер Виктории подает в аут. Счет становится 5-16. Кирилл Багарьян подает в аут. Бауманская в расстроенных чувствах, не может никак собраться и показать, что она умеет на самом деле. Подача в аут. 6-17. На подачу выходит Роберт Манукян. Илья Назаров пытается обмануть скидкой блок. Но в блоке у Виктории стоят высокие ребята, перехватывают его скидку и делают ответную скидку. 18-6. Роберт Манукян не справляется с приемом мяча. Так как привыкла играть Бауманская, сейчас ничего не работает. Девятнадцать шесть. Атакует Роберт Манукян. Мяч в ауте. 26. Ошибается Тимофей Таганов. То ли сетки касается, то ли двойное касание. Кирилл Байнов наконец-то получается у него атака. 7-21. Кирилл Байнов выходит на подачу. Бауманская продолжает дарить очки на подачах. Кирилл Байнов подает в аут. Его меняют на Шейна Матвея. Роберт Манукян не справляется с приемом мяча. Счет становится 23-7. Роберта меняют на Клевцова Ивана. Несколько игроков пытаются принять мяч. В итоге мяч не принят. 24-7 контрольный мяч. В этот раз Бауманская даже из 10 не выходит. Высокий пятый номер и завершает вторую партию. Итак, начинается третья партия. На подаче Иван Клевцов. Счет по партиям 2-0 в пользу Виктории. Бауманская сегодня оказалась не готова к игре. Практически не оказывает сопротивления. Эйс от Ивана Клевцова.
Бауманская начинает вести в первой партии 1-0. Тимофей Таганов касается сетки. Хотел сделать скидку, но коснулся сетки. 1-1. Подает Виктория. На подаче первый номер. Неудачный прием у Бауманской. Кирилл Багарян не справляется с приемом мяча. 2-1. Виктория снова впереди. Теперь Иван Клевцов не принимает мяч. Ивана Клевцова меняют на Роберта Манукяна. Счет 3-1. Виктория набирает очки в третьей партии. Наконец-то получается у него атака. 2-3. На подачу выходит Кирилл Байнов. Большим трудом у Бауманской поднимает этот мяч. Атакует пятый номер. Работает блок. Даниил Уауа и Илья Назаров выставляют двое блок и блокируют высоченного пятого номера. Счет 3-3. Наконец-то в третьей партии хоть завязалась какая-то борьба. Продолжает подавать Кирилл Больнов. Викторию скидками не возьмешь. Работает блок от Ильи Назарова. Бауманская впервые выходит вперед. 4-3. Продолжает подавать Кирилл Байнов. Подача в аут. 4-4. В этом эпизоде, похоже, Бауманская впервые поверила в свои силы. Подача в аут. Виктория дарит это очко Бауманской. Бауманская впереди 5-4. Тимофей Таганов подает в аут. 5-5. Роберт Манукян не справляется с приемом мяча. Виктория снова впереди. 6-5. Но от рук Даниэла мяч остается на половине поля Бауманской. 7-5.
продолжает подавать Виктория на подаче пятый номер. Подача в аут. Вовремя Роберт Манукян отстраняется от этого мяча. 6-7. На подачу выходит Илья Назаров. Подача в аут. Бауманская настраивается. Все-таки поддерживают друг друга. Уже приятно видеть. Потихоньку приходят в себя. Счет 8-6 в пользу. Кирилл Багарьян пробивает блок. Виктория 7-8. Выходит Даниэл Уау. Очередная подача в сетку. 9-7. На подаче 17 номер Виктория. Повторяется ошибка Ивана Клевцова. Зачем-то Даниил пытается атаковать. Атака не получается. Атака в сетку. Счет 10-7. Виктория впереди. Бауманская не справляется с приемом мяча. Мяч попадает в стык между зонами. Роберта Манукяна меняют на Ивана Клевцова. 11-7. Виктория наращивает преимущество в третьей партии. Подача в сетку. 8-11. На подачу выходит Кирилл Багарян. Подача в аут. Бауманская сегодня, я уже не помню, попадала хоть раз качественную подачу. Все что-то сегодня мимо летит. Перенервничали ребята. Тимофей Таганов, скидка, обманывает блок Виктории. Зарабатывает 9 очко, 9-12. На подаче Иван Клевцов. Да, вот у Ивана Клевцова сегодня получались подачи. Просим Иван повторить. Нет, подача в сетку. 13-9. Атакует Илья Назаров. Его там караулит уже блок. Илья атакует в блок. Счет становится 14-9 в пользу Виктории. На подаче первый номер. Виктория. Атакует девятый номер Виктории. Выставляется блок Бауманской. Но от блока мяч опускается на половину поля. Бауманская, счет 15-9, тайм-аут. Продолжается третья партия. 15-9. Виктория уверенно ведет в счете. Наконец-то показал свою атаку. Добывает еще одно очко. 10-15. На подачу выходит Кирилл Войнов.
Кирилла Бойнова. Виктория не справляется с приемом мяча. 11-15. Подача в сетку. 16-11. Подача переходит к Виктории. На подаче 18 номер Виктории. Атакует Кирилл Бойнов и пробивает блок Виктории от рук пятого номера, высокого блокирующего мяч остается на половине поля Виктории. На подачу Тимофей Таганов. Атакует пятый номер. Мимо площадки. 13-16. Баунская держится пока в третьей партии. Продолжает подавать Тимофей. Атакует Кирилл Багарьян и пробивает еще раз защиту Виктории. От блокирующих мяч уходит в аут. 14-16. Тренер Виктории берет тайм-аут. Команда выходит на поле. Продолжается третья партия. Счет 16-14 в пользу Виктории. На подачу Бауманская подает Тимофей Таганов. Поле! Эйс от Тимофея Таганова. 15-16. Впервые за эту игру Бауманская начала приходить в себя и что-то начала показывать. Атакует Виктория. Бауманская не справляется с атакой. 17-15. Подача переходит к Виктории. Атакует 17 номер Виктории. Попадает в руки Даниэла. Но от рук Даниэла мяч опускается на площадке Бауманской. 18-15. Тренер Бауманской берет тайм-аут. Игра продолжается. Закончен перерыв. Счет 18-15. Третья партия. Впереди Виктория. На подаче третий номер Виктория. Даниэл Уау. Арбитр показывает, что Даниэл сыграл чужой мяч. Бауманская проигрывает это очко. 19-15. Виктория впереди. Все-таки забивает в атаке еще один мяч Виктории. 16-19. Все тот же блокирующий Даниэл Уау. Получается смягчить у него атаку. Но нет страховки. Мяч падает в центре площадки Бауманской. Там никого нет. 20-16. Не справляется с приемом мяча Илья Назаров. 21-16. Бауманская отпускает Викторию вперед.
Атака в аут, но арбитр фиксирует касание рук блокирующих Бауманской. 22-16. Вместо Кирилла Байнова на площадку выходит Шейн Матвей. Атакует в аут. 24-16. Контрольный мяч. Игра подходит к концу. Илья Назаров атакует сетку. На этом игра заканчивается. 3-0. Бауманская в первенстве Москвы терпит первое поражение. И такое крупное. Надо делать выводы. Будем смотреть и пересматривать эту игру. Так как играла раньше Бауманская, так с Викторией играть нельзя. На этом мы заканчиваем свой репортаж. Всем до свидания. До новых встреч.